Привет всем, приветствую вас на своем канале. Пришел ко мне Smart Power Bank. Значит, был упакован вот в таком пакетике. Вот, в трех пакетах. Все это было вставлено в пакет. Коробка немного помятая, но прибор работает. Итак, характеристики. Значит, по комплектации пришел вот такой вот мешочек. Сам Powerbank на 12 тысяч мАч со встроенным аккумулятором на солнечной батарее. Имеет два USB, одно на 2 ампера, одно на 1. И в комплекте вот такие вот переходники. Сейчас мы их посмотрим. Сам шнур. Вот такой примерно 40 сантиметров, который вставляется в USB. И подключается любой переходник. То ли micro USB, то ли mini USB, то ли Nokia, чи Samsung. Ну, вот такие вот разъемы от Nokia. Это mini USB, micro, чи micro USB, mini USB. Ну, это Sony Ericsson, наверное. Так. Что хочу сказать по этому прибору. Значит, выполнен он, ну, по весу так увесистый. Выполнен алюминиевый корпус. По бокам пластик. Итак, что хочу сказать. Пришел он ко мне вот из 4 делений. Было 3 заряжено. Зарядил я 2 телефона. Аккумуляторы, в которых стояли 2500 мАч, и один светодиод погас. Ну, значит, примерно он соответствует своей заявленной мощности 19 тысяч мАч. Также в нем встроен фонарик. При включении и удержании кнопки ON, OFF, фонарик включается. Ну, где-то на 0,5 миллиампера. Ну, если что-то подсветить, если где-то нету света, этого, я думаю, хватает. Вот, при нажатии, просто нажатии, мы включаем прибор. Сейчас фонарик выключим. Также удерживаем где-то порядка секунды 2, наверное. Итак, просто включаем прибор. Вот, он включен. Для того, чтобы он начал заряжаться, сейчас мы подведем немного ближе свет. Вот, и увидим, что пошла зарядка. Прибор заряжается. Так, что еще могу сказать по этому прибору? Ну, использую его 2 дня. Он пока меня радует. Данный прибор можно брать как с собой в дорогу, где-то на природе. Также данный прибор можно заряжать от любого мобильного зарядного. Для этого просто подключаем mini USB, micro USB, и подключается шнур, вот, и включается в сеть зарядного устройства. Ну, конечно, большие плюсы данного прибора в том, что он заряжается от солнечной энергии. Мы можем быть независимы на природе. Данный прибор также можно попробовать подключить любой радиоприемник,
даже который на 12 вольт, но для этого понадобится преобразователь, который подключается через USB. Как-нибудь покажу, сниму видео отдельно, как это я делаю. Значит, подключаю к USB через преобразователь, получаем 12 вольт, ну вплоть до 30 вольт можно с него вытянуть и запитать что-нибудь. Вот, ну, на этом у меня все в этом обзоре. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.